Всем привет! Получил очередной заказ. На этот раз чай из китайского магазина. В этом магазине я уже не первый раз покупаю чай. Я просто пью определенные виды чаев. И предпочтительно вот такой вот пуэр. 73-й. Это считается классическим рецептом, который был выведен, один из классических рецептов в 73-м году был придуман по ферментации чая. Я вот покупаю такой вот. Тут два блина по 250 грамм. Взял на пробу, потому что по скидке, и там цена вот такой со скидкой такого чая где-то $1,5 там или 2. Ну, в общем, копеечная цена. И вес здесь, не могу так сказать, но общий вес посылки 800 грамм. И такой чай тоже взял по акции. Это один из чаев, входящий в десятку лучших чаев, как считается. Ну, стоимость посылки все мне обошлась. Бесплатная доставка из этого магазина. Стоимость посылки 1600 рублей. Ну, для кого-то, может быть, это дорого, но мне этого чая хватит месяца на 2, на 3, как бы, то есть 500 рублей в месяц чая, если сопоставить с пакетированным чаем, где, да, там непонятная труха. Вот, сами можете посчитать. Ссылочка, как обычно, будет в описании на магазин. Заказывайте, магазин проверенный, цены маленькие. Если будут какие-то вопросы, да, там относительно заказа, пишите, охотно помогу. Всем добра и не переплачивайте.